В областной библиотеке имени Молдагалиева состоялась презентация книги «Укэнеш», члена Союза писателей и журналистов страны, обладательницы международной литературной премии «Алаш» Миры Шуиншалиевой. Материал для своих произведений Мира Хамзаевна собирала в течение нескольких лет. Роман «Укэнеш» впервые был выпущен в 300 экземплярах. На этот раз уже 3000 книг, изданных в рамках программы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Их распределили по библиотекам всех областей страны. Собравшиеся на презентацию представители интеллигенции приуральцы пожелали, чтобы произведение нашло своего истинного читателя. Блин. Хочу поблагодарить за приглашение на такое замечательное мероприятие. Аким области Галия Искалиев передает свои искренние поздравления. Я очень рад стать свидетелем ваших достижений. Это большой и кропотливый труд. Ваши произведения знакомы всем казахстанцам. Писательница пишет и в жанре драмы. Ее произведения ставились на сценах областных и районных театров. Наряду со своей писательской деятельностью Мира Шуиншалиева трудится на журналистском поприще. Она главный редактор газеты «Жайхуны». Республика Куль. Не так часто у нас в Приуралье проходят такие мероприятия, как презентация новой книги. Также в нашей стране не так много талантливых писательниц, которые пишут в прозе. Сегодня знаменательное событие. Я надеюсь, что такие мероприятия найдут свое продолжение в будущем. Хочу пожелать ей только успехов и еще больших достижений. Книга, выпущенная ранее небольшим тиражом, не дошла до библиотек других регионов. Сегодня ее читают жители разных областей. Многие уже присылают письма Мире Шуиншалиевой со словами благодарности. Я начала писать свои произведения с 2003 года. В будущем надеюсь, что мои новые книги и уже выпущенные, также при поддержке государства, будут напечатаны большим тиражом и дойдут до своего читателя в каждый уголок нашей страны. Благодаря государственной поддержке новые произведения талантливых отечественных писателей станут доступнее для казахстанского читателя. Альбина Кумаргалиева, Рустем Мещанов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.